Всем привет! Здравствуйте! Веселуха! Микуся! Ой! Микуся, я тут порядки навожу. Достала пылесос, а Мике любимый обруч. Пока стол убирали в гардеробную. А, как этот? То в спальню его носит. Камила, тебе весело? Микуська, бачишь о чуде? Гляньте на них. Мики. Ой-ой-ой. Ой, весело, да, Камилочка? Они тут и с Камилой тягали вдвоем это. Кто кого перетянет. Боже, Мики, ты такая маленькая, такая силачка. Так она смешно бегала, она в спальню с ним. Туда, обратно. Ой, не забирай. Я побежала, девочки. Ай, боже мой. Ава-вав. Ава-вав. Че плохо кушаем? Ава-вав. Давай, ручка. Ой. Скажи, я весь порожок съел. Ой, Камилочка. Иди. Здрасте. Скажи, мы пришли на видеосъемку. Ладушки, ладушки. Ладушки, ладушки. Нет, скажи, не буду я делать. Не буду делать. Ой, Аня, держи. Бабушка собралась поесть за целый день. Ой, девочки, сейчас вам что-то... Убирала цветочки, поснимала вот эти вот пыльца, которая была. У меня руки до сих пор, я там... Вот это брать в руки нельзя. Женя на кухне дотронулся, оно не вымывается. Оно такое жирное, липучее. Я везде тут поснимала, даже убрала... Ну, мы убрали стол-тумбу, потому что тут стояла. Я говорю, если на диван насыпется, все, не выстираешь. Женина кофта осталась в желтых таких лимонных пятнах. И вот эти тоже пообрезала. Он сыпется все. Вот это пыльца. Надо сразу распускается, наверное, и сразу их убирать. Розы тоже поперебирала. Кстати, розам сегодня... Нет, завтра будет. Ровно 2 недели. Их в четверг привезли. Ну, уже такие, конечно. Ну, нормально еще. Я считаю, за 2 недели... Ну, там кое-где вот это, да, уже голову пустила. Но все равно нормально еще. Дети, бабушке надо убирать. Порядки наводить. Ой, ты что делает? Ой, сейчас ты, Мики, завалишь Камилу. Камила теперь в этом, в кругу, как в этом, вий. Очертила себя, да? В кругу сидишь, под защитой. Ползи к мамочке, ползи. Ой, вот это она любит, вот это так делать. Сюда приползает и становится на руки, на голову. А ты уходишь, да, Ань? Ладно, пойду быстро поем. А вчера девочки купили бублики, а они отсыревшие, невкусные. Так я в духовке их сушила. Сейчас пообедаю. Нет, на улице не холодно. Ай, веселуха. Ай, веселуха. Смотрите, что она вытворяет. Микусь, что там уже чихаешь, кашляешь? Чего наелась? А я сегодня с утра ходила... поликлинику. Этот сертификат получила. Выдали сертификат, печати поставили. Вы там пишите, у вас холодно. У нас тепло, девочки. Прям тепло-тепло. Как одна пара? Не знаю, может, София твои носочки подмотала. И серых нету. А я серые не стирала. Я стирала белые, розовые. Микуська. На этом в антресоле, ну, там, где гардеробные, где вещи, полтумбу убирала, немножко там порядки понаводила. Лишние коробки повыбрасывала. Цыганям обувь поддавала.
Девочки, я там на комментарии не всем успеваю отвечать. У нас очень загруженные дни. Очень много времени с Камилочкой проводим. В общем. Не успеваю. Так что не обижайтесь, пожалуйста. Я даже видео никакие не смотрю. Ничьи. Пару раз там посмотрела девчонок. Я не успеваю. Аня купила себе лосины кожаные, говорит, большеватые, да? Они очень большеватые. А, в талии большие. Ну, она купила самый маленький размер, а меньше уже нет. Те, которые София покупала, они на тебя этот... Маловатые. Маловатые. Ну, а что делать? Ну, это было у тебя, наверное. Какие? Которые были дороже. Ну, они были такие прямо вот так, ух, я так люблю. А я иду, а эти съезжают. Может быть, неудобно, да? Продай кому-нибудь. Аня, девочки спрашивали, где ты заказывала костюм леопард? Леопард? В Инстаграме? В Инстаграме, могу ссылку. Кому надо, пусть в Инстаграм напишут. Анна Голливуд. Да, у мамы найдите. Анна Голливуд. Да, в Инстаграме Аня вам напишет. Аня, ты волосы запутала сзади. Да? Угу. Слышишь? Ладно, я быстро ем все. Лезут уже. Ой, товарищи, у меня куку, я в домике, да? Да. Камила в домике. А чудные. Застряла, да? Микуська, не пол. Ты сейчас. Ты сейчас ее завалишь. Ой. Бабушка, я к тебе. Ты что, кушать села? Куски весело. А тебе тоже весело, да? Всем весело. Ну, перешила лосинки. Переши ушей. Отнеси в ателье, пусть тебе ушьют. По бокам и сзади. Прихвати. Куда в тарелку, да, бабушка? Вот так вот, если сделать все, я иду, они тогда не спадают. Ну, они очень на тебя в талии большие. Ну, они все такие. Поправляйся. Спасибо. А то мне написали, что мне надо срочно похудеть, а то я женщина в 60 лет выглядит на 40, а я в свои 45 плохо выгляжу, надо срочно худеть. Иди сюда. Не мешай бабушке кушать. Да она не мешает. Давай, Тём. Давай, Тём. Когда ты научишься меня, Тём, это? Закаточку, можно тебя покусать? Да? Аня. Ты будешь своим моим зрителям говорить, почему ты видео не снимаешь? Конечно. У меня маленький ребенок, я не думала. Аня не рассчитывала, что так получится. Я говорила. Я серьезно настроена. Иди к нам. Садись. Аня так раскатала губы, что сейчас как начнет. Не, ну ей нравится это. Мне нравится, но у меня просто не такая тематика, как у мамы. Я не могу снимать, когда шум. Мне нужна идеальная. Тишина. Которая не бывает никогда. На улице было тепло, я отдавала Камилу мужу, и они гуляли на улице. А сейчас на улице холодно. Куда я их отправлю на час? Не, ну Костя поздно вечером приезжает. Он, да, на это в 7 вечера, это темно и холодно. Ну, короче, ну, как-то... извините. Я очень хочу на улице. Ну, не столько материала много для съемки. Только, ну... Камила, если спит днем, я не могу снимать видео, потому что ей нужна идеальная тишина, потому что у Камилы чуткий сон. Да? Боска. Ты маме не даешь видео снимать? А ночью кто сегодня плохо спал? Скажи, я замерзла, наверное. Наверное. Я говорю, Аня, ну пусть она спит, а ты снимай. Она говорит, я начинаю разговаривать, она просыпается даже в другой комнате. Не знаю, как ты будешь. Мне столько там, у меня где-то, ну... У меня очень много материала для видеосъемки. Ну ничего, ты исправишься, да, Гуня? Спасибо. Спасибо, девочки, кто поддержал канал. Подписались, спасибо. Аня исправится. Она говорит, я не думала, что так будет тяжело. Ну, с Камилой просто. Мы и тут не успеваем записать. Ну, должна она, да, Ань? Да, хотя бы пару-тройку.
У меня же видео влоговое. Ключи, вот общаемся, ходим без проблем. Главное, чтобы музыка не играла, и все. А уже... у меня должна быть тишина. Ем так некрасиво. Макарони, макарошки падают. Мимо рта, что ли? Да, не, в тарелку. А где Микуся пропала? Здесь? Да, в зале. Что она затихла? Она так смешно бегала. Я не пойму, смотрю, Микки в конце спальни за диваном. Думаю, как она с тем кругом пролезла. Она бегает, его держит в зубах, вокруг нее мотается с ним. Ой, а мы сегодня чем занимаемся? Ну, я тут на кухне порядки наводила. Ну, каждый день тут порядки. Цветами занялась. Сейчас надо поубирать дома. Хотите, подписчикам продам? Нет, отнеси своей мастерице, она тебе застроит. Вот там по строчке пройдется, да? Там резиночка вверху такая и широкая. Вот, можно и сзади по этим шовчикам. По этим, да? Угу. Да. А я наводила в гардеробной там порядке и нашла платье, которое мы искали много раз. Чего оно у меня там лежало в корзинке одной? Но я говорю, я не могла его никому отдать. И это платье дарила Паша Софийке на Новый год. Оно такое классное, мы его нашли. Вот теперь Камила будет. Оно идет как драповое. Вот это драповое, тут цветочки такие с розочками. Красивенькое, гляньте, какое платье. Оно на подкладочке. Вот. Софии уже будет 10 лет. Это крестный, да, приходил. Мы сюда переехали в квартиру. Еще Софии годика не было. Да, сколько ей было? 9 месяцев. На, не, на Новый год. 9 месяцев. 9 месяцев. О, младше, чем Камила. Вот Камилочка будет ходить. На годик. Угу. Шучу. Не, на годик Аня заказала там платье такое красивое. Ну, поедем, когда будем. На дне рождения вам покажу туфли. Там все в камнях. Красота неописуемая. У меня будет красивое платье. Я сравниваю, в нашем детстве сандали были. Ладно, идите, смотрите за ребенком. Я много вещей поотдавала Софийных. Ну, кое-что там оставляла. Ну, были такие тоже красивые костюмы. Даже и сейчас были бы они модные. Ну, кто же знал, все хранить и где его хранить. Это столько много места детских вещей. Аня вот ничего не хранит, да, Аня? Аня все раздает, отдает. У них там девочка знакомая. Ну, как, ну, знает она ее, ну, ладно. Так, очень бедненько живут. Аня все одежду ей отдает. И одежду, и игрушки. В общем, все ей дает. А что ему хранить? Ай, наверное, буду уезжать, ты меня еще раз покрасишь. Хорошо, у меня тоже уже волосы. Вроде бы только перед днем рождения красила, а уже корни так быстро отросли. Ну, у меня сегодня видео. Поела с вами, пообщалась. Так что, Аня, веди лучше влоговый канал. Это... Нет. Нет? Ну, веди свой. Пробуй как-нибудь снимать. Ну, типа она спала крепко, она так спит чутко. На малейший шум, шорох, ей надо, чтобы Аня была рядом. Лежала, за ручку ее держала, тогда она будет спать. Аня хоть только встанет. Часа. Хоть 3 часа. Так. Ладно. Такое маленькое сегодня видео. Подружка пишет за Дубай. Говорит... Приветик, будьте с ценами аккуратно. Я только что съела курицу с картошкой за 1200. Аня, хотели в Дубай лететь отдыхать? А там только завтраки, да? Да, надо брать только когда с трехразовым питанием. А если вот подружка знакомая полетела, говорит, только завтраки. А если тебе, ну, питаться на одного человека минимум.
30 долларов. 30 долларов это один раз покушать. Это минимум. Вот 50 долларов, а если семья, трое, ну, Камилу, ладно, Камиле, ну, 100 долларов в день. А что она там поела? Картошку с курицей. Картошку с курицей поела. На сколько? 1200. На 1200 гривен. Ну, в Дубае все дорого, Ань. Летите в Египет. Все, ребятки, буду с вами тогда прощаться. Аня сейчас уходит ей в магазин, да, сходить. Камилочку нянчить. Ой. За стрим читала. Ну, с Камилой это нереально. Вот вчера она капризничает, у нее зубы, ну, беспокоят. И она вя-вя-вя-вя, туда-сюда, туда-сюда. Это будет не стрим. Спасибо за поддержку, за понимание. Вы там пишете, говорит, ничего, выходи. Я не знаю, как с ней. Ладно, все тогда. Пока-пока.